Всем привет, друзья! Вот я на новом месте, опять на новом озере. По совету знакомого сюда приехал. Сейчас прикармливаю точку лова, расчищаю ее от водорослей. Делаю там чистый пятачок такой, куда закидываю прикормку. Здесь карповое озеро. Чисто карпа, какая-то рыба, он сказал, назвал ее синявкой. Он ей питается, крупный карп. То есть кабаны здесь должны быть хорошие. Также сюда щуку недавно, по-моему, запустили. Но ее здесь не так много, в принципе. Ну, без разницы. Сегодня наша цель карп. Вот сегодня тепло у нас наконец-то. Ну, ветер сегодня восточный. Потихоньку сменяет он направление с юга. То есть вечером мы будем прикармливать. Посмотрим, что как. А с утра уже ветер будет южный, за ночь поменяет направление, и мы начнем ловлю. То есть давление сейчас стабилизировалось, вот 3 дня. Вот такие вот планы сегодня. Так, ну начнем с прикормки. Тут у меня сегодня целый такой королевская еда для карпа. Получается вареный, недоваренный перловка, горох и пшено. Потом засыпал сюда банку кукурузы консервированной. То есть буду на кукурузу сегодня тоже ловить, поэтому она у меня есть в прикормке. Также гранулы фруктовые. Потом отруби. Потом пшеничные, потом ржаные отруби, жмых. Так. И обычная сыпучка магазина чуть-чуть тоже. Вот она прикормка. Потом насадки сегодня кукуруза. И картошка. Недоваренная картошка. Буду на волосяную оснастку ее делать. Все, сейчас буду прикармливать дальше точку. Отправлять туда кормушку с прикормкой. В кормушке с прикормкой. Все, ни хвоста, ни чешуи. Так, ориентир у меня дерево на том берегу. Вот я уже подставочку подготовил такую для фидера. Так, теперь по поплавочку. Так, вот у меня поводок, поводочницы вот такие вот, очень удобные, сразу на сезон заказал, там в пачке их, по-моему, 10 штук было разноцветных. Классная вещь, просто незаменимая. Так, сейчас на поплавочку установлю поводок. Так, ну с берега тут глубина маленькая. Сейчас как раз если он к вечеру будет выходить сюда кормиться. Посмотрим. Так, ну однозначно карп тут есть. Вот они мальки. Уже брюхо набитое хлебом. В воду хлеб кинул. Они его атакуют. Так, ну карп тут есть однозначно. Либо карасик, ну карп, скорее всего это. Так, пока не стало темно, сейчас повешу светлячок. Вот такие вот у меня пачки, тут 5 штук их. 5 штук. И что мне понравилось, тут есть крепление. Тут 2 вот таких вот крепления. И что мне понравилось особенно, есть такие вот крепления под поплавок с тонкой антенкой, как раз которыми я пользуюсь. Вот так вот он отлично сюда цепляется. Так, ну вот сами светлячки. Светят отлично.
одну ночь они стабильно держат. Бывают попадаются, которые и на вторую ночь хватает. Вот так вот. Все, монтирую поплавок и вперед. По-моему, эти светлячки, вот таких вот идет пакет. Там 10 вот таких пачек, то есть 50 штук за сезон хватит. Еще и на следующий останется. Очень удобно, экономно. И не надо перед каждой рыбалкой бегать в магазин. Ну вот, ребята, и утро. Смена ветра. Взял вот такой вот кабаси. У вас хороший. Олег его вытащил, пока я там в палатке копошился. Мы сейчас продолжим рыбалку. Сейчас этого кабаси взвешиваем. Сколько он у нас потянет. И отпустим. Где надо как-нибудь аккуратно, чтобы не повредить его. Кило 660. Нормально. Так, надо воды. Воды, воды, воды. Воды, воды, воды. Вот, у меня вместо мата с водой вот такой пакет с водой. Сейчас его отпустим. Да, уплыл. И он не сиганул. Он медленно поплыл, он знал, что мы его отпустим. Ну. Ага. Он хвостом прощается. Все, рыбалка продолжается. Получается, вчера сидели. Тишина была конкретная. Ну как, в принципе, я и думал, как и рассчитывал, то что ночью ветер поменялся. Вот оно утро. Поплавочка взяла моя. Олег вытащил. Сейчас я фидер перезакину. По-моему, у меня тыловка на том крючке была. Ну такие дела. Вот есть место тоже шикарное. Тут вчера компания была, вот после себя мусор оставили. Эх. Так, ну тут можно фидерок сюда между камышами кинуть. И можно с удочки попробовать. Так, да, и тут, смотрите, песчаное дно. Можно сюда в камыш. Сейчас, наверное, сюда переедем. Время еще есть. До обеда порыбачить. Сейчас пока иду, чтобы собраться переехать. Скажу, что, конечно, странная ситуация. Мальки есть. Крупный карп был. А вот среднего, грамм 200-300, вообще нету. Тишина, ни одной поклевки. Только мелочь дергает. Странная ситуация, конечно. Сейчас посмотрим здесь. С песчаным дном. Без ила. Что будет, какая ситуация.
Охренеть, сколько ворон. Не, их тут штук 200, наверное. Больше, больше, больше. Вот на другом месте оплавочка. Вот фидер стоит. Все утро. Больше ни одной поклевки. Так, ну теперь я буду оставлять на местах рыбалки вот такие вот таблички. Пока такие, потом дальше будем креативить еще. Цените, берегите природу, не разбрасывайтесь мусором. Забирайте его с собой, выкидывайте в городе в мусорный контейнер. Все будет хорошо. Ну там вот, где мы того карпа взяли, была заводь, походу, он с заводи вышел на прикормку. Очень много растительности тут, всяких водорослей, низкое дно. Надо в следующий раз приезжать на лодке уже, заплывать на глубину, за камыш. Ну вот такая рыбалка сегодня получилась. Хорошо, что взяли хоть одного хорошего, зато хорошего карпа. И на этом очень остался доволен, в принципе. Места здесь красивые, уютные. Обязательно сюда еще приеду, вытащу какого-нибудь монстра. Он здесь есть. Надо заплывать, прикармливать. Хорошо прикармливать надо. Ну и, конечно же, чтобы погода была подходящая. Изучайте новые места, новые водоемы, очень интересно. Добивайтесь результата. Желаю всем ни хвоста, ни чешуи. Пока.